Привет, короче, 5 АПС-ок на первой лиге. Идем, мы схитрили и взяли сталь. Вот, в общем, ставь лайк. Ну и сейчас самая четкая матерная фраза для начала ролика. Ну че, народ, погнали! В двойку дамчим, все. Че значит F5, не понял? Ну, они испугались. Не понял. Испугались. А, это они типа своим пишут? Да. А ты самоуверен? О, у нас же мины есть. На. Ты ставишь пачку, нет? Я без уха ставлю, прикинь. Да, я видел. Так. Как я это сделал? Читер. Я, короче, сижу. Погоди. У них инж живой. Ебать ты лох, трусы в гору. Я убил инжа. Погоди. А ты что тут сидишь? Погоди. А, понял. Справа от фонта. Хорош. Лучше. Хорош. Почти. Найс трай. А я такие две шары повесил. Тупо с бедра шарахнул, короче. Два чела отлетело. О, кстати, тут, видимо, голубь насрал на скорости и говно размазалось. Я не перематываю видосы, медиума. Братцы, сейчас лучшая акция от Mail.ru за последние, наверное, полгода. Точно такой же склад сейчас может абсолютно каждый получить при регистрации нового аккаунта. В общем, переходишь по первой ссылке в описании, жмешь кнопку «Испытать удачу», и тебе выпадает всегда золотой контейнер, в котором ты получаешь целый комплект магма-пушек и шлемов на все классы. Ну и прям тут же жмешь «Создать новую почту» и регистрируешься. Ну а потом на сайте игры можешь еще телефон привязать, чтобы получить випку на 7 дней. Как долго это продлится, я без понятия, поэтому не упусти свой шанс. Там с респы подсад, два подсада. Ну ладно, да? Давай. Тогда ты во втором ангаре пойди, кто там с бомбой, кто идет? В ангаре посиди. Ага, там я вижу, дай флешку там. Дал ему флешку. Хе, дал. Взорвал. Сейчас, погоди, убей его, убей. Что я вешу? Давай. Не пустить там никого. Там еще вверх. Он тпшнулся у меня, блин. Он лежит просто у вас тут справа. Рен, справа у тебя на этой. А. Не слушаешь вообще. Слева. Хорош. Хорош. Терпи. Лестни. Давай, поднимай. Сразу. Он пиксель. Давай. Не, не надо было резать. Ну вот зачем ты я задумался сам. Ну а ты кто вышел, задумался в центр. Ой, блин. Не, в центр вообще не варик, Рен. У нас нашел не те место, пушки. Подумай, да? Не те пушки, которыми можно идти и убивать-то. У нас кто-то разный. Заложал. Ну, сейчас нам в защите будет жопа, мне кажется. Честное слово. Для брони. А вы прицелы стреляете? Нет. Найс, смог. Здесь? А, не получится. Прилас вроде бы. Может выйдем? Да ты чё? Там инженер. Всё, центр у вас. На 30, на центре у машины. Блин, я, короче, мета второго взял. Я не знаю, там у него ПС или нет. Подожди, усач. Вперед иди, вперед иди. Эй, сейчас назад. Дайте патроны. А тут резко. Задыми дырку, задыми дырку. Они, короче, на пленту и смотрят центр. У меня патрон нету, пацаны. Штурма убил. Ой, я остался. Пункту 2. Штурм горы. Они чуть вправо отошли. Все? Время, ребят. Задымите вот этот проход. В смысле? Пошли давить. Мина. Бой в ангар. Ой-ой-ой. Мне сейчас чел просто...
через стену расстрелял. Там текстуру ноги видно. Что там видно? Текстуру ноги видно. Там. У меня не стоит АПС на медике. Возьмите, у кого на медике АПС стоит, еще одного меда. Самара мудила. Один зашли в яме. Два отлетела. Я взорвал. Я стою сразу. В яме чел. Я выбегу на план, забачу на себя. Задымите давай, жестко, давай, сможете давай. Меня поднять. А, ну они там в яме в 5 чел. Хорош, ну, один на этот, один на катушку. Дай броню, подожди, дай броню. Вместе играйте. Если удачно разминул сделать, чел. Справа убейте, приоритет. Найс. Хорош. Малорики. Да, мы уже профессионалы. Наверху есть, на дороге вот, наверное. А, понял. Я его закосил. Давай уйдем, ребят. Да. Ну, так надо было пробегать через СП. Его респ реально? Трунгар. Еще чел вышел на центр. Если респ, еще все быстрее. Лучше. Один инч. Я ушел, я ушел, я ушел. Хорош. Хорош. Я думал, это наш стоит стрелять. Потом слышу. За ним штурм бежит по-любому. Тихо. Медик, тут по нам стоит. Мёртвая точка, я считаю. Сзади, если бы, блин, отстрелялся, то фигово. Я же говорю, не надо было сюда чего. Ну давай, ладно, предлагайте. Типа заходите на фулта, типа, и... Расплент в ней. Пойдём в ней, может, на полчаса. Не особо скидывай дистанцию, на самом деле. Раскидывайте, держать дистанцию, блядь. Тут двое. Еще один. Еще инст... А, там что? По-моему, у вас близко в яме. Да. Че, а это был на бетонке? Он слева. Давай. Хороши! Хороши! Я сейчас на двойку попробую закрыть. Два будет. Они на один зашли? Нет. На респе ехал диад. Заходят на один? Зашли. На респе разметили. Там авик нас смотрит. Кусачек, хоть на их. Я флешку дал ему. У вас дымы есть? Раскидайте дымы. Я кинул сейчас. Ну пробуйте что-то делать с входа. Я с центра выйду, меня расстреляют точно. Да они так отвернут хотя бы на. Ну ты мог через центр с Ромео пойти просто на их респу резнуть. Оттуда удалить. Давай двойку запушим. Ой, единицу. Право надо прокинуть и просто там на них выйти, что ли, вот на правую часть центра получается. Потому что если единицу зайдут, нам, мы точно ее не выбьем. Даже если хотим. Еще. Тут третий, перелази. Сзади вам. Убей, третий. Фу. Ну сейчас я не знаю, что. Сейчас они будут крестить. Один идем. Заходим до конца на бетонку, там с маками что-нибудь придумаем. Вот этот надо засмочить, вот это надо. Вот сюда надо смок, пока кидать. Да, он прыгает на наши прыгает. Перелази. Я сейчас меня убью. Мелю, я тебе только флаг смотрю. Мне просто дистанция не позволяет больше. Я взорвал зигу. Не выходите только сейчас. Фуловый, у вас в центре штурм фуловый, ушел он. Где? Один без брони будет. Вы можете разыграть, можете разыграть. Уйди от меня. Не, главное не дайте раздавить. Кинь зигу, хае туда кинь. Эксейс. А тут много, у меня они. Вот тут отсюда все идут. Сиди. Дефузит сделал. Plan. Все, забей. Хорош! Лучше. Можешь. Почти. Тихо. Хорош! Лучший! Офигеть! Я понял, он пару дней тренировался с этим пистом. Слушай, мы, по-моему, потнее днем сегодня играли, когда лигу мне опали. Не, ну это было красиво. Пацанов, золотой ускон, АК-12, они фулл синдикатор. А мы с АПС. Проиграли челом, у которых 5 АПС. Я бы сразу долитнул варфейс после такого. Из жизни, просто Alt F4 нажал.
Да, сейчас в окно бы прыгнул. Бомбочка. Да, подожди.